Ну вот опять пришлось прибегнуть к вырубке леса. Это здесь единственный способ быстро поднять деньжат, особенно на начальном этапе. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Вот сразу прибавка какая. Эй, ну-ка обратно. Здесь просто сразу надо бензопилу приобретать, транспорт, на котором можно перевозить древесину. На крайняк даже пикап пойдет. Можно вручную грузить и возить. И уже какая-то прибыль пойдет. А вот интересно, почему бензопилу не заправляют? Тоже техника же. Так, надо этот трактор продавать нам. Он совсем уставший. Так, где он? Совсем уставший. Надо брать что-то пошустрее, по скорости и с фронтальным погрузчиком также. Ну, по планам не хочется иметь долгов, брать кредиты какие-то. Как некоторые начинают игру, там кредит на полняк наберут, техники всякое разное там, а в итоге не понять, в плюс уходят или не уходят. Сейчас можно в аренду взять технику нужную для карьера. Чтобы запустить оборудование по добыче золота, запустить кирпичный завод. Там, кстати, много еще чего надо возить. Так, и время надо, наверное, ускорить. Ночь все-таки. Ночью неинтересно играть. В темноте. Я не знаю, насколько. Так, наверное. Чтобы ночка быстрее пролетела. Так, ну что нам надо будет? Трактор, бензовозик какой-то, ну можно маленький взять, там немного топлива, даже прицепчик этот маленький можно взять, там, по-моему, на 3000 литров, что ли, 3,5, что-то такое. Погрузчик большой, ну не знаю, дорогой. Ну, пока там немного накопилось, наверное, у нас почвы. Пока обождем. Что еще там? Самосвал, ну, тоже не к спеху там. Можно увозить камень, продавать по точкам. Ну, наверное, недорогой. Да он и нам пригодится самим. Для начала. Водовозку надо.
Ну это нам надо прицеп к Уралу купить, перестегивать его просто и все. Так, ну трактор я не знаю, вот этот 40 едет километров в час. Какой-то можно взять, наверное, с фронтальным-то, чтобы был. Километров 50 хотя бы, чтобы ехал. Надо посмотреть. Ух ты, а зачем мы взяли корчеватель-то с собой? Ну ладно, перецепим. Чумазый такой, его вообще примут, нет? Интересно, дешевле будет грязный или без разницы? Так, нам надо оборудование поставить под фонарем. Ну все, прощай, тракторок, отслужил свое. Наверное, за него и дадут-то всего ничего. Сколько леса перегрузил он. Ой, да он уже и не стоит ничего. Отмучился. Так. А вот какой взять, это вопрос. Так, нам надо с фронтальным. Нам надо со скоростью. Это, наверное, вот начинается. 40, 40, 40, 40. Ты смотри-ка, а. О, 117 тысяч, 143 лошадиных силы, да, тоже 50. Чуть подороже, на пару лошадей. Ну, тоже 50. Такой я вообще не брал еще ни разу. Но уже дороже на сколько? Так, 166, 145. 165. Вот это вообще быстрый. Но у него фронтально не цепляется предыдущий. Да. А так, 70, ничего себе, тут еще и разбиться можно, наверное. Так, ну здесь уже цены какие-то модные. Так, вот 50 едет. А, так он и стоит. Ух ты, вообще 60 едет, ну тоже цена такая кусающаяся. Так, этот что, 43. Эти зеленые вообще, наверное, ни о чем. Так, вот 60. У него и фронтальный есть. Да, должен быть. Нет,
нету что ли? Нету, ничего себе. А я обрадовался. Вот у этого есть. 145 стоит, ничего себе. Так, 132. Ну там, по-моему, получше варианты были даже. Подешевле. Вот даже дешевле. И лошадей больше. Почему цена такая? Так, фен 900, надо запомнить. Так, ну это вообще клячи. Так, вот это-то. Нету здесь. Шестьдесят. Он стоит 152. Тут 120 джиндиры получены. Триста лошадей. А, ну и цена, конечно. Это слабенький какой-то. Выбор большой, а нищебродом нам что-то не взять все подряд. Так, 25 лошадиных сил. За такие цены вообще можно не смотреть. Семьдесят пять, вот нормальный. Так, и тот, или вот это за 75. 165 лошадей, 50. А тот, по-моему, 60 был, да? Километров в час. Так, тут 900 был. Вот этот что ли? А, нет, 50 километров в час. Да, короче, вот его надо взять, да и все. Так, фронтальный надо. Крепление. Что за крепление? Ладно, надо. Дизайн. Что меняет? Не понять. У нас даже... А, ну у нас хватает, если купить. Ладно, арендовать. А то мы только лес и будем косить. Что еще нам надо? Где он у нас вообще? Ага. Красавец. У колеса можно было бы, конечно, другие кинзи. Ну ладно. Так, и сейчас еще, наверное, надо будет вода. Для воды бочку взять. Тут, тут у нас животные. Вот она, ураловская наша бочка. Опять же, в аренду придется с такой суммой денег-то. Ну, аренда так аренда, ладно, быстрее все будет. Быстрее все начнется. Сколько она, кстати? 25 тысяч литров.
Надеюсь, воду будет возить. А то иногда написано одно, а делает другое. Так, для бензина, для топлива еще надо. Для топлива, вот же, да? Вот такую штуку взять, сколько она? Нормально. За трактор, интересно, зацепится? Но если не за трактор, то за что? Так, а здесь что мы имеем? Нам столько не надо. А вот Ураловская. 40 тысяч, ничего себе, не надо такое. Но это, наверное, можно и купить. Куда-нибудь сделать. Опасный такой. Ну-ка. О, покрасились. Ну-ка, зацепит, нет? Да, ну вот эту ерунду мы, корчеватель, зря сюда приперли, конечно. Так, теперь надо Урал за бочкой. Корчеватель даже не знаю, когда забирать. Так, заправка где-то была в городе. Где мы? Вот мы. Вот заправка. Пока есть средства, надо заправить бочку. О, надо, наверное, еще посмотреть, что у нас с кредитом-то. Финансы. Минус 25. Почему-то зелененьким горит. Надо, наверное, рассчитываться. Потихонечку. И больше не брать. Так, вот у нас показывается. Это с нас сняли все, что можно, да? Так. На аренду техники 12 700 уже ушло. Мы арендовали-то всего трактор и два прицепа. Ничего себе. Дальше, надеюсь, меньше будут снимать. Обслуживание техники 2000. Ну, это, наверное, за тот старый трактор много снимали. Так, строительство. Не знаю, что за строительство. Так и не могу понять.
заправить. Так, а, надо же переключить на бочку. Ага, наполнить прицеп. Ну, здесь примерно стоит где-то литр топлива около 2 евро. Где-то 1,8, где-то так. Ну, бочка небольшая, можно раскошелиться, пригодится. Уже, наверное, надолго хватит. Там вроде как немного топлива тратится на карьере. И там надо в два места, по-моему, заливать. Две бочки там заполнять, по-моему, надо. Здесь, кстати, вон лежит кусочек. Золото на этой карте собирать надо. 100 самородков, по-моему. Не знаю, что дадут. Наверное, как всегда, 1 000 000 евро. Но это как бы халява. Нечестная. Ну, хотя тоже собрать еще надо. Но они потом... Их, по-моему, 10 соберешь, и они на карте появляются все. Всю карту перекрывают, неудобно играть потом. Так что даже не будем их трогать. Так, ну все, затарились. Воду можем привезти, поддоны можем привозить, топливо можем привозить. Так, что еще нам надо? Сейчас посмотрим, как у нас там почва копится и камни. Как расходуется взрывчатка у нас, насколько хватает. Мы брали 10 поддонов. Вот насколько хватит, вопрос, конечно. Время уже 1 часа ночи. Скорее бы утро. Ну, интересно, за ночь сколько там почвы появится. Ой-ой-ой, я проехал, наверное, наш поворот. Да. Невнимательный. Просто я помню, на миникарте вот два значка поля рядом стоят. Вот это наш поворот. Ничего не видать. Сейчас еще листья эти будут. Топливо сразу можно заправить. Че время тянуть? Так, вот он наш карьерчик. Вот это вот поставили прямо на дорогу здесь. Циферблат этот. Можно и втетериться в него. Вот у нас еще тракторок, тоже подуставший. Ладно, пока пусть будет. Ну-ка глянем. Ага. А сколько было тысяч-то, я не помню. Так, смотрим. Появилась у нас почва. Сколько? 29 тысяч? Да ладно. Ну-ка. Ну вот эта кучка, тут совсем немного.
И вот две с камнем. Совсем немного здесь. Ладно. Пусть еще копится. Он красиво все подсвечивается. Так, топливо нам надо сюда и вон туда. А водички надо вон бак какой большой. В принципе, там не обязательно, чтобы полный был. Так, лишь бы выгружало сейчас. Все. Ага, вон есть значок. Так, а сколько сюда? Ой, нам надо было в первую очередь-то туда заливать. Ладно, пусть будет. Придется еще ехать. Так, а что, полно что ли? Это не до конца как-то. А где показывают-то? Да, полно. Ничего себе. Значит, там вместимость побольше. Ой. Ну, почти полная. Так, здесь 2400. А здесь 1500 всего. Нормально. Так. Ну, пустая она не нужна здесь пока, бочка. Надо убрать, чтобы не мешалась. А пока не будем покупать ничего. Топлива больше хватит пока. Пускай стоит. Надо ковш сюда. Ковш был на базе. Ну, можно новый взять, тот продать, чтобы не ехать за ним. Так.